Вот еще это. Амульчи-то этой, блин. Если вы мульчируете, как бы, ну, как бы, ну, вот как, по, у меня опыт маленький, да, в плане мульчи это, то есть один сезон я всего, да, но замечено мной, что, что, если вы скосили траву, да, и уложили сразу ее, как замульчировали растения, да, свои огородные, да, то у вас все будет хорошо, она быстро, трава эта будет разлагаться. Если вы это... Эту траву взяли, подсушили, типа сена, да, и потом начинаете укладывать, все, капут нахер. То есть она будет разлагаться, но очень медленно, так же, как и солома, короче. Медленно-медленно вообще будет разлагаться, то есть. Вот я косил примерно 3 раза за сезон, за летний, траву у себя на огороде, да. В междуряде там косил, и там у меня часть поля тоже косил, вот. Вот это я заметил, как бы. Как только вот свежую скосите, небольшую траву, да, невысокую, как бы, свежую, и сразу уложите. Во-первых, небольшую очень удобно укладывать, вообще здорово, как бы. Во-вторых, она быстро сгнивает вообще. То есть превращается в полезные эти вещества. И от нее идет тепло, как бы. То есть реально идет тепло. Вот особенно когда. Ну, холода, вот, ну, какие-то там прохладно, как бы, вот. Дальше что, я не знаю почему, но у меня колорадский жук появился только в конце августа. И то на баклажанах, короче. Стал верхушки баклажанов есть. Вот. А мульча, да, если вы накидаете вот так, типа сена, оно у вас там долго будет треть это. И сено, оно как бы получается типа крыши. То есть дождь ее, который идет, например, ну, там, чуть-чуть дождя там, сколько-то прошло, там ливень какой-то, он его вообще даже, вот тоже заметил, вот которая чуть-чуть подсушил, потом сложил, еле как ее сложил, загибать замучился, короче. Но, короче, дождь, он через мульчу эту не проходит. То есть. Мульча, она сохраняет влагу, но и дождь через нее не проходит толком, короче. Это надо, не знаю, неделю, чтобы ливни были, чтобы нормально промочить. И поэтому я брал просто, говорю, шланг и прям к стволу туда раз поливал. Поливал в среднем 2 раза в месяц, наверное, если не меньше. А была жара, короче, стояла. Почти все лето жара. Но обильно. Вот. И говорю, если вы готовите мульчу, то лучше зеленая трава. Ну не знаю там по поводу там опада листового и всего прочего, короче. То, что вот трава зеленая, она быстро сгнивает. И даже заметно, 10 сантиметров примерно слоя накидаешь мульчи этой травы зеленой, свежескошенной, да, все. Уже через месяц она там ее почти растворилась вся. То есть, и вот 3 раза я где-то косил, и получалось где-то период такой. Подрастет трава, я ее опять скошу, сложу. Получалось нормально. И в конце лета уже, можно сказать, все почти перепрело. Только кроме вот этого сена, короче. Всего доброго.